Ванкинской школе искусств имени Верстовского провели концерт в рамках акции «Покорми птиц». Жителям Левобережья рассказали, как важно заботиться об экологии, особенно зимой, когда пернатам не хватает еды. В городском округе Химки проводится достаточно много мероприятий в плане экологии. Вот недавно состоялся конкурс на лучшую кормушку. Ваша школа тоже присоединилась к этому. Во всех школах идут выставки, посвященные экологической теме. Перед началом концерта выставка картин «Птичьи голоса». После ученики продемонстрировали свои таланты зрителям. Мусне Васикян давно увлекается музыкой. Сегодня пришла поддержать свою дочь Монику. У меня дочка любит выступать, поэтому стараемся куда угодно, на какие мероприятия, когда бывают, вот участвовать. Такие концерты проводят часто, 2 раза в неделю. Мы встречаемся, говорим с людьми, узнаем их хобби при помощи анкетирования, их увлечения, их какие-то жизненные ценности, семейные ценности. Тем самым получаем тематику наших следующих встреч. Мы кончаем перепляс, мы кончаем перепляс. Все! Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.